Так, гражданин Макаров, Алексей Иванович, узнаешь? Я сейчас возьму, я давно обещал, но, к сожалению, количество материала все больше, поэтому это будет, как бы это сказать-то, где у меня Макаров? Это будет фрагментарно. Итак, Сергей Макаров. Выбираем. Вот это выбираем. Вы в моем досье. Значит, ребята, еще раз, пока жив, знакомьтесь с нашими выдающимися садоводами. Пожалуйста, меня спрашивают, где его найти. Пожалуйста, здесь есть электронный адрес. Вот. Сейчас его достают, когда надо, когда не надо. Позвоните, скажите, дай номер телефона, дам номер телефона. Вот. Это уникальный человек. Его бы сейчас бы в Тимирязевку отправить, чтобы хоть научил их выращивать деревья. Ну, и представляете, или в этот же Мичуринский институт. Прислали человеку. Это же подлость, предательство. Вот такие вот присылать. Да еще научить, как их угробить. Итак, Макаров, значит, я начинаю листать, но часть из них вы видели. Поэтому пока я не скажу, просто молча любуйтесь то, что видели. Я все собрал в одну папку. Интересно, муху на экране видите или нет? Проснулась сегодня последний день осени. Это сигнал, завтра снег обещали. Вот здесь вы можете посмотреть еще и, ну, потом отдельно запустите опять этот вебинар и уже текст почитаете, потому что здесь множество полезнейших советов. Вот, видите? Ну, по крайней мере, хоть журналисты хоть немного интересуются. Как мне сказали, за минуту 5000. Это мне рассказ, чтобы был на 10 минут. А что, за 10 минут я много научу? Сибиряков, а? За 10 минут я должен 50 тысяч заплатить. Вот что значит это. За то, сколько дерьма по этому телевидению показывают. Видите? Садовод Макаров и его помощники. А это все вам уже знакомо. Год назад проходили. Забыли. Вот его великолепные саженцы. Так. Вот его яблони на грушах или груши на яблони. Кто-то же хрен разберешь. Вот. Ну что, волшебнику все можно. Все можно. Вот. С персиками он впереди планеты всей. Он еще и... Ой, чего у него только нет. Его бы сейчас наукой бы, чтобы не курями. Конечно, с курями он не пропадет. Но наука пропадает-то. Трактор, самоделка. Да разве можно на это отвлекаться? А? Учить должен, учить. А это пусть, я хоть думал так, без комментариев, ну как же. Лето, жара. Вот, пожалуйста, горячая вода. Подогрев от солнца. Здорово? Видите? Ой. Макаров А.И. из Подмосковья. Это я пишу. Пример нового садоводства. Старое садоводство держит за горло. Ну, старое садоводство мы уже отвлекаться не будем. Так. Скрипорово, Калужская область. Ну, считайте Подмосковье. Тут еще часто Овнинск упоминается. Это где-то рядом. Так. Это все еще мы проходили. Проходили. У него своя теория даже по этим. И по... видим арбузом шикарным и по винограду, которому почему-то хватает солнца. Вот это мы тоже проходили, но лишним не будет, пожалуйста, потом, как кто не видел, потом, пожалуйста, ходите, такие арбузы иметь, имейте.
Вот. Как говорил Козьма Прутков, хочешь быть счастливым, будем. Вот счастливые. Видели? Черешня настоящая. Боже мой, какое чудо, а. А вот это мне понравилось, знаете что? Что у него схожесть-то, это персик и это персик. У него схожесть-то почти под 100%, видели? Может, 90-95, но это ж волшебство. Абрикосы, посмотрите. Видели? Видели? Тоже под 100. Ну, это под технологией, под пленкой, это уж само собой. Куда без этого? Натюрмортик, красота. А это вообще, я не знаю, куда он его девает. И на вино, что ли? Вот. Красота, красотища, красотища, красотища. Ну, что я скажу? Вот. А по персику он вообще, по-моему, на первое место выходит. Как начинаешь искать эти у научных учреждений, где у них персики, где что, никак не могу найти. А здесь, пожалуйста. Ну, красота, да. Это уже свежее. Рубиновое. Рубиновый. В общем, рубиновка. Не понял, но персик он и в Африке персик. Рубиновый его. Ой, красота. Алексей Иванович, хочешь меня до инфаркта довести? Виноват будешь ты, учти, если у меня инфаркт будет. Но это не от зависти, от восторга. Я никогда никому не завидую. Не могу. Ну что это такое? Ну совсем наглость потерял. Ну что это такое? Ну что это такое? Какие-то абрикосы мои должны быть. Вот жалко, что тут нет текста. Какие-то мои, вот эти подозрительные. А сейчас не знаю, то ли чернок привал где-то, может, от меня, может, косточки. Пожалуйста, потом задним числом. Давай уточним. Потому что это должно, если это мое, то оно должно попасть в отдельную папку. Так, все. Пока это все. Короткий бенефис закончен. На длинный текста нет. Расшифровки нет. Но вот эта фотография была как бы, называется в таких случаях, узелок на память, я ее использовал.